Жара погнала людей к воде. Многие из них отправились в выходные на бассейны и в аквапарки. Другие прятались от солнца на берегу озера. В одном из загородных аквапарков люди выстроились в очередь за билетами. При этом цены посетителей не смущали. Адриан Кажакару приехал с семьей из Дрокии. За 6 человек ему пришлось выложить приличную сумму денег. С самого начала ушло 1200 леев, плюс-минус. В общем, около 3000. Так мы запланировали, посмотрим. Обычно то, что мы планировали дома, не сходится с ситуацией на месте. И другие посетители говорят, что не считают денег, когда дело касается отдыха. Думаю, хватит 1000 леев, в зависимости от вкусовых предпочтений. Мы приехали с кумовьями, друзьями, детьми, внуками, и решили провести прекрасный день, отдохнуть. Некоторые решили сэкономить и отдохнуть на берегу Данченского озера. Семья Солонарь взяла с собой и домашнего кота. Хорошего понемногу, нет столько денег, чтобы тратить каждый день. В Кишиневе столпотворение. Конечно, нормально выехать за город, отдохнуть, насладиться природой. Сейчас все озера, все занято. Куда не поедешь, нужно платить. Это ненормально. И другие горожане говорят, что отдыхать на берегу озера дешевле и спокойнее. Мы купили мясо на шашлык, овощей и фруктов. Потратили всего около 300-400 леев. Мы в отпуске, денег на море у нас нет, но хоть здесь отдыхаем. Забываешь обо всех проблемах, отдыхаешь душой, ловишь рыбку, получаешь удовольствие. Вход на бассейны стоит от 150 до 250 леев.